Спонсор программы «Место происшествия» – «Ломбард Титан». Новый год не за горами, ты в «Ломбард Титан» спеши. За подарками для близких от своей большой души. «Ломбард Титан» – для всех и каждого. В Омутнинске в пожаре погибли два человека. Известно, что мужчина и женщина задохнулись угарным газом. Все подробности в нашей традиционной рубрике «Сводка». Возгорание произошло около 8 утра в частном жилом доме по улице 30 лет Победы. Дым заметил таксист, он вызвал пожарных и вместе с соседом погорельцев бросился на помощь. Мужчины взломали дверь дома, но спасти жильцов не смогли. Сейчас по факту смерти людей Следственный комитет проводит проверку. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. В Кирове на улице Красный Химик в пожаре погиб мужчина. Возгорание произошло в двухквартирном рубленном доме. После тушения пожарные обнаружили в квартире 46-летнего погибшего мужчину. Предполагаемая причина – неосторожность при курении. По факту смерти человека следователи также проводят проверку. В Шабалинском районе в селе Архангельское во время стоянки вспыхнула ВАЗовская шестерка. Автомобиль выгорел полностью. Машина восстановлению не подлежит. Полиция и волонтеры разыскивают Нину Васильевну Назарову из Кирово-Чепецка. 82-летняя пенсионерка пропала 12 января, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 160 сантиметров, телосложение нормальное, волосы каштановые, короткая стрижка. Была одета серый пуховик без меха, серая шапка, светло-серые сапоги. Если вы знаете, где находится Назарова, звоните по телефону 8 800 754 52 или 102. Михаил Вагин, место происшествия.